Весенние месяцы апрель и май считаются самыми пожароопасными. Это период субботников массового сжигания травы и мусора. Уже зарегистрированы чрезвычайные ситуации в республике. Только за последних 4 дня у нас произошло официально 30 пожаров. А возгорание можно считать и более. То есть 30 раз пожарные выезжали именно на тушение таких пожаров. Но самые сложные были моменты это вот на территории Порецкого района, когда отстояли совместно с населением и пожарными село Напольное. Потом в Урнарском районе из-за выжигания мусора на территории огорода огонь перекинулся на строение надворные. Пожарные отстояли жилой дом. Но самый вот нехороший случай вчера это на территории Алатырского района, Алтышевское сельское поселение. Пришлось поднять 9 единиц техники тракторной. Шпилевая глава администрации организовала сама для пашки этих полей. То есть горели поля, те, которые не обрабатывались. Стерня, трава сухая. И в итоге практически 100 гектаров этих полей. И огонь еще зашел на территории лесного фонда. Там тоже определенное количество гектаров сейчас смотрит. Совместными усилиями удалось локализовать, но практически сутки пожарные, администрация, лесопожарная команда Минприроды Чувашской Республики, волонтеры боролись с огнем. Напомним, подписано постановление о начале в Чувашии с 1 апреля пожароопасного сезона, а с 4 апреля особого противопожарного режима, когда категорически запрещаются пикники на природе с разжиганием костров.